Работы выполнили, но не те. В Аралахе остались недовольны изменениями, которые произошли на детской площадке в центре села. Напомню, в редакцию «Алмазного края» местные жители обратились в июне. Рассказали журналистам о проблемах населенного пункта, одна из которых – состояние детской площадки. По словам сельчан, при установке горок и качелей здесь не предусмотрели какого-либо покрытия. Приземляясь на камни, дети повреждали конечности. Глава Аралаха отреагировал на обращение, пообещал, что к сентябрю на площадке постелят резиновое покрытие. Это вот называется нам покрытие тут. Качели также сломаны. Только постелили. Здравствуйте. Постелили вот покрытие. Вот они считают, что все тут отремонтировали. А вот нам песочек привезли. Это, наверное, песочница. Не иначе. Вот. Что тут еще нам делать? Вот. Немножко тут покрытие. Камни как были, так и остались. Разговор-то был вообще за убрать, чтобы камней не было. А так все вот по-старому. Если бы хотел делать, он давно бы уже навез этого песка и разровняли все. А раз до сих пор ничего не сделано, значит, все так и останется без изменений. Редакция «Алмазного края» в ближайшее время свяжется с главой Аралаха для выяснения всех обстоятельств.